хотел бы обратить внимание на то, что так или иначе многие позиции концепции информационной безопасности напрямую связаны с экономикой, с тем, что определяет жизнедеятельность нашей страны, нашего общества. И как пример хочу привести то, что в самом начале концепции говорится о том, какую роль играют сегодня телевизионные коммуникации в связи с развитием экономики. И как много зависит то, будут ли приходить инвестиции, от содержания цифровизации общества, от работы масс-медиа в новых форматах, в том числе в социальных сетях. Мне кажется, что сегодня хватает на практике тех ресурсов, которые могут работать с самыми различными новостями и давать им оценку. Эти ресурсы есть и в Министерстве информации, есть твердая законодательная база, в частности, закон о внесении изменений и дополнений, который начал действовать в некоторые законодательные акты Республики Беларусь, который начал действовать с 1 декабря 2018 года. Он является основополагающим документом, который помогает работать с новостями любого содержания, давать им оценку и, безусловно, давать им правовую оценку. В Министерстве информации создана встроенная система, где реализуются эти оценки и принимаются соответствующие меры. Если говорить о той работе, которая была проведена в минувшем году, то буквально десятки, сотни сайтов различных электронных порталов был ограничен доступ к ним в связи с нарушениями законодательства. И принимая те или другие решения, мы руководствуемся, безусловно, информационно-аналитической работой целой сферы органов государственного управления. В первую очередь Министерство внутренних дел, Следственного комитета, а также мы руководствуемся общественной инициативой, которая влияет на здравый характер или, по крайней мере, высказывает свою оценку здравого характера в отношении тех или других новостей.